Вам, похоже, нравится эту дрянь каждый день хлебать. Ой, простите, это, наверное, суп. У нас такое даже собаки не едят. Но если вам нравится, то значит, зря я пришел. Зря, конечно. Мы тебя и не звали. Здравствуйте, я Всеволод Казанцев. Исполнил главную роль в фильме «Суворовец 1944», роль Вовки. Хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм, потому что там присутствуют погони, драки, перестрелки, первая любовь, доброта, забота. Во всех кинотеатрах страны с 25 апреля вы можете посмотреть по Пушкинской карте.